أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا. اللهم انفخ روح بركة في كلامنا، واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه. مشاهدين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا خسر المسلمون حين فقدوا الإمام الرباني الملهم من السماء؟ سؤال تجيب عنه أحوال الأمة اليوم بكل يسر وسهولة. فقد بلغ مستوى الفرقة والتشرذم بين أبناء الدين الواحد مبلغا لم يصل إليه منذ جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتفرقت أمة الإسلام شيعا وأحزابا وطوائف لا تعد ولا تحصى، وتحققت نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أنذر فيها الأمة من السير على خطى الأمم السابقة من اليهود والنصارى، وبأننا سوف نفترق كما افترقوا، وسنتنازع كما تنازعوا واختلفوا، وسنكون غثاء كغثاء السيل لا يلقي له أحد بالا ولا يعطيه مهابة واحتراما. لقد فقدت الأمة بعدم معرفة الإمام الرباني بوصلة مسيرها. очередную передачу Аль-Хавар аль-Мубашир в прямом эфире. Вы можете позвонить и задать вопрос. Глава мусульманской ханифской общины Святой Земле Мухаммад Шариф Одех открывал передачу. Говорит, что новые поколения мусульман спрашивают, в чем состоит истина, в чем смысл их жизни, в чем цель их сотворения. Идея атеизма. Что можно ответить на идею атеизма? Некоторые мнения некоторых ученых загрязнили их разум. Все эти организации, которые заявляют, что они представители Бога, и что только они имеют право выступать от имени ислама, и что из-за отсутствия единого голоса люди не могут найти наставление. Мы видим, что большинство людей отказались от религии, от своей веры и от религиозности, потому что из-за человеческих рукотворных организаций, которые заявляют себя, одеваются в исламские одежды, и большинство из них ищут только мирское влияние и власть. Они верят, что борьба за власть принесет победу исламу. Они не знают, что религия, подлинная вера, не достигает успеха посредством поиска власти или борьбы за власть и за счет доминирования в мире. Подлинная вера достигает веры, успеха, когда она проникает в сердца. И мы видим в наше время касательно высказывания пророка саслам, Мухаммад саслам, о пришествии в наше время Мессии Махди, чтобы объединить все человечество, представителей всех религий.
И мы видим, как мусульмане сегодня совершают ту же самую ошибку, как и народы прошлого. И необходимость в реформаторе, в духовном учителе, который может привести их назад к подлинному исламу, как он в свое время был принесен в этот мир святым пророком Мухаммадом, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Посмотрите, как много людей в мире, которые заявляют, что они ведут людей к наставлению и что правильно рассуждают между правильным и неправильным. Смотрите, как много людей призывают к своим толкованиям, но на самом деле ведут человечество к упадку и саморазрушению, и фактически самоубийству, да. И мы видим очень много подпытки, как кто-то пытается реформировать этот мир своими методами. Но в результате мы видим заключенных вдов, жертв, сирот, страдающих людей. Мы видим все это. Как эти люди ищут, и люди ищут наставления в отчаянии. Если бы они знали, что Аллах уже назначил в это время исполнительного пророка Мессию Махди, который ведет назад к успешному учению пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Вопрос в том, как долго это продлится, вот эта агония мусульман, пока мусульмане будут находиться в таком жалком, ужасном состоянии. Как долго Бог будет терпеть вот это состояние мусульман, которые дискредитируют его религию, ислам. Просто мы видели попытки в Алжире, в Египте, в Ливии, в Сирии и в других также местах мы видим вновь и вновь кровавые организации, призывающие к убийству и к насилию от имени ислама. И затем они сами встречают свой конец. Итак, кто будет страдать и платить за вот эти фальшивые идеи и лживые учения, которые инфицировали мусульманские народы? И эти ужасные деяния и вот эта реальность не заставляет людей найти пророка нашего времени, мессию нашего времени, имама Махди нашего времени? Разве недостаточно просто посмотреть на первоисточники, на мнение ученых прошлого, чтобы найти этого мессию и пророка? Потому что Аллах никогда не принимает унижение за свою веру. Видя все эти невообразимые слова, которыми обвиняют его религию, избранную, последнюю, настоящую религию. И последователи пророка Мухаммада саллам заслуживают большего, чем то, что сегодня они имеют. Чем то, к чему ведут современно так называемые мусульманские лидеры. На самом деле, то, что даровал Аллах, это подлинный исполнитель пророк Мессии Махди нашего времени, наставленный мир ему, для того, чтобы указать им путь к истинному исламу, вернуть их к нему и избавить от ярма ошибок прошлого. Мы видим сегодня, что Мессия обетованный мир был назначен в наше время, во время самых больших моральных испытаний и упадка с тех времен. До исламского положения арабов. Ведь именно
приход пророка Мухаммада саллам возродил человечество. И век слишком назад, в начале 14 века по хиджре, Аллах назначил этот мир Мессию Махди Битавану, исполнителем пророка, чтобы вернуть этот мир к Аллаху, его посланнику Мухаммаду саллам. То есть возродить тот самый ислам, который принес сам пророк Мухаммад саллам. И этот Мессия Махди должен привести все человечество, должен повести все человечество под знамя единой веры ислама. Посмотрите. Просто вглядитесь в Мессия Махди и забудьте на время обо всем другом. И вы сможете воссоединиться с этой вервью Аллаха, единством Аллаха, и присоединиться к этому человеколюбию и миру во всем мире. И последовать за этим образцом наставления от Бога. И это успокоит ваши сердца и души, и всех, души всех верующих в мире. По милости Аллаха, мы вернулись к пророку Мухаммаду саллам через Ахмада, через Мессию Махди Битавану мир ему, Махди наставленному мир ему. И именно посредством него мы возвращаемся в благословенное время святого пророка Мухаммаду саллам, в благословенное время начала ислама, когда наставление ислама было ниспослано от Аллаха людям. Мы спрашиваем, просим вас в этой программе, в новой версии этой программы, обратить внимание на содержание этой программы и спросить себя, как Аллах может принять это унижение в своей собственной веры. Разве Он не назначил бы уже давно Мессию Махди для возрождения мусульман, которые заблудились и терпят крах и поражение. Ведь именно с ним связано возрождение ислама и его победа. Именно с Мессией Махди. Ко имаму времени. И он явился для того, чтобы возродить мусульман, ислам. Как мы можем оценить, что мир находится в состоянии упадка или нет? Вот ученый Таймим Абу Дака говорит, что во имя Аллаха всему сыну милосердно. Я очень благодарен ведущему за восстановление этой программы после перерыва, для того, чтобы возродить голос ислама в нашу эпоху и за возрождение этой программы для распространения подлинных учений ислама. Проблема нашего времени и мусульман нашей эпохи в том, что и ислама в целом это вопрос отрицания, отвержения. Мир в целом и особенно мусульманский мир в ужасном положении. В нравственном, духовном. И однозначно, что сам Аллах даровал нам ясное определение, по которому мы можем определять, достигли мы время морального разложения, которое требует явления Мессии Махди Битавану, взывает к его пришествию. И они до сих пор не осознали, что уже время настолько ужасное, состояние в мире настолько ужасное, что он должен был появиться. Как Аллах в Коране говорит, что наступит время, когда люди обретут власть и будут пытаться уничтожать все вокруг, то есть посевы и потомство.
как сказано во второй суре Аль-Бакара, аяте 206. И Аллах говорит в конце этого аята, что Он не любит сеющих нечестие. Это в суре Бакара говорится. И когда у него власть, то он снует по земле, чтобы сеять нечестие на ней, и чтобы губить посевы и потомство. А Аллах не любит нечестие. Посевы – это не просто физические посевы. То есть нет сомнений, что вот это нечестие, оно ведет и к нравственному разложению, и к раздорам, ухудшению условий жизни людей, деградации, крушению обществ. Это то, что мы сегодня видим. И в конечном итоге ведет к опустошительным войнам, фактически уничтожающим потомство. И отсюда ясно, что причины войн – жадность и алчность к чужому имуществу и ресурсам, зависть к способностям других, неприязнь – это виды нечестия, и все они глубоко противны всемогущему Богу. И глядя на состояние человечества, мы видим, что оно погрязло в нечестии. Могущественные державы рушат экономику бедных народов и грабят их богатство, а в слаборазвитых странах правители и чиновники присваивают средства простых людей, поэтому качество жизни человека ухудшается, оставляя его обреченным и уязвимым, не способным жить достойно, а где-то не дают и выживать даже. Это было во время Первой мировой войны, колонизация была, когда могущественные державы захватывали слабые страны и грабили их. Бог говорит насчет этого. И, например, иудаистов я перефразирую. Здесь цитируется сура 5 Аль-Маида, аят 65. «Всякий раз, как зажигают они огонь войны, гасят его Аллах. И стремятся они посеять нечестие на земле, а Аллах не любит сеющих нечестие». В другом месте Аллах говорит, что Он сам гасит эти войны и конфликты. И нечестие действительно распространилось по всей земле, особенно в мусульманских странах, к сожалению, в самом ужасном и стыдном положении. И видя вот это состояние мусульман, как они не способны обеспечить самым необходимым себя, из-за чего многие эмигрировали из Сирии, например, и других стран, в другие страны. Из-за этого голод, например, в Йемене, и глядя на другие страны, как они страдают от бедности и ужасных социальных условий, это все из-за того, что жадность творит. То есть жадность и алчность к чужому имуществу и ресурсам, неприязнь, все это виды нечестия, все они глубоко противны всемогущему Богу. Таким образом, вот глядя на состояние человечества, мы видим, что оно погрязло в нечестии, и могущественные державы рушат экономику бедных народов и грабят их богатство. А в слаборазвитых странах правители и чиновники присваивают сестра простых людей. И это то, что, конечно, Аллах видит лучше всех нас. И Бог не мог подготовить решение этих проблем, а тем более для мусульман, для последователей его последней религии. Большое спасибо, господин Тамим, говорит ведущий Мухаммад Шериф Одах. Он говорит, что нечестие – это означает уничтожение посевов и потомства, то есть народов. И мы
И сейчас говорит господин Надим, он начинает с ташахуда, тауза, ташахуда и басмалы. То есть проявление нечестия во всем мире мы видим, как господствует несправедливость во всем мире, угнетение, как мой брат Абу Ахмад сейчас сказал. В мире царит закон джунглей, в котором нет места слабым, и в котором сильные эксплуатируют и дискриминируют слабых. Вот мы можем назвать такие вот наиболее важные, конкретные проявления нечестия. И вот на индивидуальном уровне тоже нечестие распространилось. Это когда люди без стыда и совести становятся рабами основных инстинктов и уподобляются животным, у которых нет другого смысла жизни, кроме еды, питья, удовольствия. Это ведет к тому, что люди посягают на права друг друга ради собственных корыстных интересов. И несправедливость и угнетение будут усиливаться и усугубляться. Известно, что крупный рогатый скот создан для того, чтобы люди могли получать пользу от его мяса, шкур. Им нравится плодиться, а ведь их потомство продолжает служить людям, поскольку они достигают цели своего создания. Но если люди станут вести себя так же, как скот, то они отклонятся далеко от цели своего существования. Потому что они не получат сколько-нибудь существенной пользы от потребления ими пищи, питья, наслаждений. Поэтому Всевышний говорит в их отношении, они подобны скотам и даже еще более сбившиеся с пути. Они и есть пренебрегающие еще. И как это в суре 7 Аль-Араф, аяте 180 говорится. Также в суре 47 Мухаммад, аяте 13 говорится. А те, которые не уверовали, наслаждаются и едят, как ест скот и огонь, приостанище их. Но религия ислам была ниспослана именно для того, чтобы изжить несправедливость и угнетение, обеспечить соблюдение прав всех людей, обуздать инстинкты и желания, цивилизовав их так, чтобы каждый мог наслаждаться здоровой, праведной жизнью, направленной на развитие лучших человеческих качеств, на совершение воспитания потомства, чтобы человеческий род стремился жить в соответствии с целью его сотворения. Мы видим, например, как что западный мир узаконивает гомосексуальные отношения, считая их неотъемлемыми правами и свободами человека, вносятся соответствующие поправки в учебные программы, развращаются умы и чувства молодых людей. Если исследовать их логике, то все люди могут стать геями и сосредоточиться только на так называемых удовольствиях, как они их понимают, то в результате человеческая раса будет сокращаться и прекратить существование. И это все сопровождается гедонизмом, то есть желанием только удовольствия одних. И вот, соответственно, они вот действительно больше напоминают животных. И ведь, иными словами, это тоже способ деградации и уничтожения потомства, упомянутого в Коране. Даже в обычных, при обычных отношениях, если удовольствие становится самоцелью, никто не будет думать ни о потомстве, ни о семье. Очень много таких бездетных семей. И число новорожденных в таких странах будет уменьшаться. И в некоторых странах население уже уменьшается, и они сталкиваются с трудной проблемой в исполнении населения ради продолжения своего развития. Что и побудило их привлекать иммигрантов. Разве это уже не хаос? Люди все еще не могут увидеть результаты своего неправильного поведения. Большое спасибо, говорит ведущий.
Следующий вопрос. Что может предложить ислам, чтобы спасти мир от нечестия? Доктор Усама из Египта отвечает на этот вопрос. Во имя Аллаха Всемогущего Милосердного, я свидетельствую, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад его, его слуга и посланник. Действительно, ислам нашел решение вот это, чтобы изжить нечестие, причем на самом низовом уровне. И несколько моментов здесь надо отметить. То есть вот ислам резюмирует свое послание вот этими, в этих моментах. В первую очередь, люди должны признавать своего Господа, его качество, его прекрасные имена, включающие в себя все добродетели и творения, и прекрасные качества. Они должны признавать и воплощать в цель своего творения, установленные им, и именно проявление этих высших качеств в своей повседневной жизни. Как Аллах говорит в Коране, в суре 16, Ан-Нахль, аят 91, «Воистину Аллах повелевает вершить справедливость и благодеяние и одаривает людей как близких». Ислам учит, что он не способен прививать людям стремление творить добро во все большей и большей мере, во все лучшем и лучшем качестве. То есть, тем самым, здесь второй момент, что люди должны соблюдать права подчиненных и стремиться всеми своими усилиями и энергией служить людям, без какой бы то ни было дискриминации. Таким образом, они на деле будут материализовывать Божье качество на земле. Ислам также наставляет, что он явился искоренять зло, будь то скрытое зло, запрятанное в уголках души, или явное, проявляющееся в предвзятости человека, несправедливом отношении к другим или даже их угнетении. Когда мы размышляем над этими качествами Аллаха и насколько мы их воплощаем в своей душе, мы сможем тогда распространять вот это смирение, любовь, человеколюбие и служить людям, всему обществу. Если, что произойдет, если люди действительно обратятся к Богу? Они забудут о своих корыстных, эгоистических предпочтениях. Благодаря объединению под знаменем единства, единства Аллаха, который творец всех людей без исключения, независимо от их признаков и принадлежности. Вопрос, как достичь этого? Достичь счастья в жизни и удовольствия в жизни, в этом мире. Истина состоит в том, что Бог сам источник удовольствия, и Он вложил в нас желание удовольствия, но Он также установил путь достижения удовольствия. И причем это здоровый способ. В наше время мы видим, как распространяется алкоголь, в том числе среди женщин, на просто беспрецедентном уровне. Люди сами себя фактически убивают этими средствами, опьяняющими и прочими. Что Бог предлагает нам взамен? Что если мы пожертвуем своими корыстными и подобными методами. Если мы будем стремиться угождать Богу и делать то, что естественно для осуществления замысла творения, ведущий обращается к господину Тамим, говорит, здесь надо вот сделать отступление. Люди ищут удовольствие.
Бог создал людей такими, что они ищут удовольствие. Вот с самого своего сотворения люди ищут удовольствие. Он приводит пример, когда ребенок сосет грудь матери, играется с игрушками, вот он достигает удовольствия, он нуждается в нем. Но когда человек прожил жизнь поиска пустых удовольствий, каков результат его жизни? С чем он уйдет из этого мира? С чем он встретит смерть? Приводят пример, что скандинавские страны считаются якобы самыми счастливыми странами в мире, но они не... Но это не тот случай, что нематериальный успех приводит к счастью, подлинному счастью. Но правда состоит в том, что подлинное счастье не заключается в материальных богатствах, материальных удовольствиях, мирских удовольствиях. Если человек не понимает, что такое настоящее счастье, удовольствие, он не может представить. Если бы он знал правду, то нет выше удовольствия, чем когда он найдет Бога и узнает высшие ценности, высший замысел своего сотворения. То есть именно подлинные отношения со своим Творцом могут принести подлинное удовольствие. И сам Бог учит нас, как достичь большего удовольствия, если стремиться к своему Творцу. Сам Бог указал этот путь с простых удовольствий к более утонченным, к настоящим удовольствиям, которые являются комбинацией цели жизни, то есть поклонение Богу и достижение настоящих удовольствий, соответствующих высшим ценностям, заложенным в душе самим Богом. Сам Бог указал людям путь успеха, и следуя этим путем можно достичь удовольствие и дарить удовольствие другим. И не быть эгоистом и преследовать только свои личные желания и удовольствия. И это есть... Потому что атеизм ведет к эгоизму. Как Аллах в Коране указывает, что именно мирские люди уничтожают посевы и потомство других людей. И думают, что они расширили свое жизненное пространство, забрав его у других. Но религия учит, нет. Ищите счастье в сдержанности. Приносите счастье другим, удовольствие несите другим, и вы обретете подлинное счастье удовольствия, как учит Бог. Потому что когда вы осчастливите других, вы не уничтожаете никого и свое удовольствие, вы не лишаете себя счастья. Наоборот, вы обретаете еще более высокий уровень удовольствия, подлинного удовлетворения. Чего ожидает Бог от людей? Чего Он ожидает от людей? Как Он ожидает, чтобы они обратились к Нему и вернулись к Нему? Господин Надим говорит, что означает подлинное единобожие? То есть нет... В чем
важность подлинного единобожия, какова его роль в реформировании человека и почему Бог хочет, чтобы люди вернулись к Нему. Подлинное единобожие означает, что люди признают, что нет у них другого божества, другой цели или другого воистину возлюбленного, кроме всемогущего Бога. Он тот, кому мы должны поклоняться, что значит, мы должны воплощать Его качества и слушаться Его, и именно Он должен быть нашей целью в каждом деле, поступки и слове, а не цели и задачи, которые мы сами перед собой ставим, и которые зачастую эгоистичны и приводят к конфликтам между людьми. Именно Его мы должны любить, мы должны привать в себе Его высокие качества, которые мы любим, например, прощение. Нам надо любить, подражать Ему, чтобы Его любовь к нам была целью нашей жизни, которая освободит нас от служения сотворенным кумирам, которые ведут нас к упадку и погибели. Вот именно Он милостивый, милосердный, Он прощающий, дарующий. И когда люди осознают, насколько милостив Бог и добр, Он сам будет стараться быть милостивым и добрым другим людям. Но если вы не ожидаете, что Бог... Если вы сами так не относитесь к людям, как вы можете ожидать, чтобы Бог был к вам милостивым и добрым? Мы должны рассуждать, насколько только можем, над этими качествами и атрибутами Бога и нести их в общество, чтобы облагораживать Его. Когда мы понимаем, что вот эти настоящие цели, настоящие ценности, они положат конец всем конфликтам и насилию, которые возникают как раз-таки из-за корыстных интересов. Тогда мы поймем ценность единобожия и будем стремиться к нему. Поэтому каждый человек должен стремиться к единобожию, насколько только может. Если все будут достигать этого уровня поклонения, тогда не было никаких... То есть единобожие необходимо как воздух, ведь Всевышний независим от нас, Бог Всевышний не нуждается в нас. Если бы все люди объединились как один вокруг единобожия, то это не увеличило бы ничего во владении Бога. Если бы они доедино отклонились от Него, это не уменьшило бы его владение. Ведущий говорит, что цель нашей жизни – это понять и обрести подлинные знания, кто есть Бог. Если мы поймем это, что Он прощающий, что мы... что если Бог нас прощает, как мы не прощаем, почему мы не прощаем людей, соседей, друзей, людей вокруг? То есть мы если мы поймем качество Бога, мы будем служить другим, мы будем помогать им и предпочитать их права над своими. Ведь сам Бог вознаграждает за это. И когда мы будем так поступать, сам Аллах дарует нам смысл жизни, изменит нашу жизнь, изменит жизнь всего общества, так же как зеркало и свет солнца отражается через него и фокусирует все тепло в одном месте через специальное зеркало. Точно так же Аллах назначил Мессию Махди, наставленного в этот мир, имам Махди. Это как направленный луч солнца,
чтобы просветить человечество. Нам нужно это понять всем. Вопрос, как Бог исцеляет человечество от этого нечестия? Господин Тамим, он говорит, что нечестие – это, к сожалению, это и есть его испытание в этом мире. И вопрос, как всемогущий Бог искореняет нечестие? Каков божественный план? Особенно, вот как исправить мусульман сегодняшнего мира? Они больше не верят в учение мира, в ценности мира и согласия. Но Коран же учит неоднократно подчеркивать необходимость человеколюбия и миролюбия. И вообще мусульманин означает миротворец, то есть кто несет мир и согласие в общество. Это все из-за того, что люди уходят от Бога. Мусульмане спрашивают, почему столько страданий в мире? Это естественно. И это следствие из-за того, что люди сами ушли от Бога, от веры, от религии. Вместо того, чтобы следовать и копировать слепо окружающее общество, они должны были сами размышлять. Бог говорит в Коране, что не было народа без того, чтобы не прошло в нем предостерегающее. То есть божественный план состоит в том, что всякий раз, когда в обществе происходит упадок, всемогущий Бог шлет к ним реформатора, который становится для них образцом лучших человеческих качеств, иллюстрацией творческих способностей самого Бога. И такой реформатор всегда призывает свой народ не поддаваться разложению, в среде которого они живут, и в которой они могут впасть безвозвратно. Призывает бороться с влиянием разложения, предотвращать его последствия. Кто послушает реформатора и последует за ним, тот спасется, а кто отвернется от него, продолжит мчаться навстречу грозящей ему гибели. Всемогущий Бог посылал к людям пророков, чтобы сначала призвать их Богу, а затем предупредить их. Поэтому неудивительно, что Всевышний Бог назвал пророку увещевателем и сказал, «И нет народа без того, чтобы не прошел в нем предостерегающий». Это говорится в суре 35 Фатр в аяте 25. А пророке Ноя, мир ему, говорится в суре Аль-Араф, «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху». То есть в этой суре говорится, что Ной обратился к своему народу. «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого Бога, кроме Него. Воистину, боюсь я для вас наказания Дня Великого». Это в суре Аль-Араф, 60-м аяте. Бог не посылает пророков именно во время нравственного упадка. И никто другой не может объединить людей и исправить это положение, кроме пророка Бога. Ведущий приводит пример из аятов Коран, где Бог знает, кто искренен, а кто таит зло в сердце. Как Аллах говорит в Коране, когда нечестие распространяется на земле и на море. Пришествие пророка именно производит то есть разделение, то есть становится ясно, кто на правильном пути добра и кто на пути ином, на пути зла. То есть он, ведущий говорит, то есть нравственное состояние связано не с вот этими, так восстановить его невозможно благодаря вот этим так называемым ученым нашего времени, самозваных, и которые друг друга обвиняют в неверии.
их деятельность не связана, не имеет ничего общего с подлинной праведностью и богобоязненностью. Всевышний Бог – это тот, кто помогает людям. Что Бог – это тот, который также предписал обязанности людям. Если кто-то хочет служить на ответственном месте, то он должен соответствовать. Но, к сожалению, сегодняшние так называемые лидеры в мусульманском мире, они просто находятся в ужасном состоянии. Какое служение, какой уровень, наоборот, вреда, который они приносят мусульманам и творят зло именем ислама. Коран говорит об этом, что человек, который сбивает людей с пути Божия, они распространяют неправильное толкование религии, распространяют ложь, искажают учение Корана. И пример, и господин Тами приводит пример, как сегодняшние так называемые улемы, религиозные ученые говорят, что сейчас буквально придет Иисус Христос из Назарета, спустится с небес и якобы будет поведет за собой мусульман. И мусульманам сегодня нужен подлинный лидер, который приведет их назад к исламу. Но они говорят, что появится пророк прошлого. Итак, мусульмане на этом пути уже впали в такой глубокий упадок. И все это ведет мусульман к неверию. И они бросают ислам. Как избавиться от этого нечестия? Господин Усама, как Аллах в Коране говорит, что вы, если перефразировать, что и вы замените то, что лучше, на то, что хуже, то есть учение ислама, учение Корана, они заменяют чем-то другим, суррогатом, анималистическим гедонизмом, то есть поклонение удовольствием в животном стиле. И как они ожидают очищать этот мир? И вот почему, что сам Всевышний Аллах назначил Мессию Махди Битавану в наше время, мир ему, чтобы наставить мусульман и все человечество назад на путь к Богу, к подлинному исламу, который является последней и объединяющей религией от Аллаха. До пришествия пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, как Аллах в Коране говорит, я пересказываю, что нечестие распространилось на суше и в море из-за того, что приобрели руки людей. И тем самым Бог дает им вкусить им часть плодов их деяний. Как-то в суре Ар-Рум, в 42-м аяте говорится. Сегодня все страдания людей, они рукотворны. То есть люди виноваты в этом. Мы, как человечество, страдаем от этих проблем. И все они из-за неправильных поступков людей. Человечество само создает средства своего уничтожения. И, конечно, такое время требует пришествия пророка от Бога, то есть Мессии Махди.
тем более, что люди уходят от Бога, как сказано в Коране, что сатана заставляет людей гордиться своими злыми поступками и любить их. И тем самым не забывает путь праведности и подлинной ценности. То есть до пришествия пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям были другие предыдущие божественные учения. Тора была, Евангелие было. Но они не работали в том состоянии. Они не могли больше наставлять людей. Люди не следовали ценностям. Поэтому Аллах ниспослал свою последнюю религию. И совершенную книгу, священный Коран. Заключительное писание. И более того, что это священное писание, священный Коран сохранился в изначальном виде. Ничто не изменилось, ни одно слово, ни одна даже буква. И она останется в таком до судного дня, пока человек все живо. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пришел в этот мир распространять мир, согласие, человеколюбие и веру в Бога, необходимость поклонения, познания Бога и обретения знания, духовного знания, нравственного, укрепления нравственных способностей. И чтобы люди признавали себя творением Божьими. Ведущий говорит, что с нами господин Айман Аль-Маляки из Хайфы, из Палестины. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Большое спасибо. Спасибо всем. Всевышний Аллах благословит всех вас. Аллах благословит ваше возрождение в этой программе в новом формате. Всевышний Аллах поможет ваши усилия своим благословением. Я хочу добавить кое-что здесь кратко касательно вопроса, в чем как пришествие пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям позволило, привело изжитию нечестия в этом мире. Изживанию нечестия, избавлению от него. Мессия Махди, мир ему, пишет. Описывая пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в аятах, в стихотворениях своих, поэмы, описывая также и сподвижников, как сподвижники пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям воспитывали, они бросали, отвергали неверующих и оставляли все свои мирские желания этого временного мира и стремились к духовной жизни до самой своей смерти, чтобы Аллах даровал им новую жизнь в новом мире. И в этих прекрасных строках он пишет, что сам они были просвещены светом Божиим. Их низменные страсти и желания исчезли, так же, как в свое время идолов уничтожили в Каабе. В этих строках Мессия Махди, мир ему, пишет, как эти сподвижники оставили привычки прошлой жизни до ислама, нашли новую жизнь,
обрели новую духовную жизнь, признав пророка Мухаммад саллам, приняв ислам и построили общество, которое последовало за вечными ценностями и спасло общество от его окончательного упадка и гибели. И даровало такой свет просвещения, который достаточно до конца времен, чтобы люди следовали за ним. Мессия Махди, мир ему обетованный, объясняет, что люди до ислама были грязью, но Аллах превратил их в куски чистого золота. Они посвятили себя Богу целиком, служению Ему. Он зачитывает стихотворение Мессии Махди обетованного на арабском языке. О арабах того времени, как люди оставили грехи, алкоголь и прелюбодеяние, не избавились от последствий всех грехов. А посмотрите на сегодняшний мир, который опять погряз в этих грехах. То есть опять здесь поле деятельности для исламского призыва и исламского воспитания. Он приводит пример пророка Мухаммада, саллам, как он часами молился ночью и плача, и роняя слезы, и из глубины своего сердца, желая реформирования общества, которое тонуло в проблемах, в грехах, в первую очередь. И, конечно, образец пророка Мухаммада стал вечен. Сейчас мы зачитаем поэму Мессии Махди обетованного, посвященную пророку Мухаммаду. Садкун фил ард. Махаббатун фил хивар. Вахтирамун лил ра'йил ахар. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا بحر فضل المنعم Вот
ختمت به نعماء كل زمان هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي العسكر الروحاني هو خير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزماني إني لقد أحييت من إحيائه واها لإعجاز فما أحياني يا رب صل ثاني يا سيدي قد جئت بابك لاهفا والقوم بالإكفار قد ذرك يا إمام العالمين أنت السبوق وسيد الشجعان انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي أنا أحقر الغلمان يا حبي إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي جناني من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخلو في لحظ ولا في آني جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران أهلا وسهلا ومرحبا опять приветствует всех ведущих всех слушателей и зрителей во всем мире на сегодняшнюю программу мы говорим а то, как Аллах в Коране сказал, что нечестие распространилось по всему миру.
Извиняюсь, тут технические проблемы. Что, к сожалению, люди находятся в глубоком заблуждении, а так называемые шейхи и якобы ученые, они наоборот искажают и уводят в еще больше заблуждений. И любой человек, который вернуть нас к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, это только имам Махди, мессия Бетавану. Как пророк саллаллаху воплотил в себе качество Аллаха, и нужно откликаться на призыв Аллаха и его посланника. Только так люди возрождались после духовного упадка. И только так они смогли последовать за святым пророком Мухаммадом саллаллаху. Когда пророк Мухаммад саллаллаху принес истинную веру. А так альтернативные, так сказать, пропагандисты говорили, что мусульмане отказались от веры предков. И он предсказал, что возрождение ислама в будущем будет, опять же, таким же странным, как первое пришествие ислама было странным для большинства, которые не признавали ислам. Но в наше время предсказано возрождение ислама посредством подлинного ученика пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, то есть мессии Махди, который возродит мусульманскую умму вновь. И мы видим, как реформация уммы святого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям происходит. И она может происходить только посредством того, кого сам Аллах назначит на эту миссию. И мы видим, что нечестие действительно достигло беспрецедентного распространения во всем мире. И мы никогда не видели такого уровня нечестия и глубины его проникновения в материю общества. Но обещание в наше время для спасения человечества, особенно для мусульман, оно обещано было в Коране и Сунне. Господин Тамим говорит, что в истории ислама были много разных сложных, трудных периодов, но в основном они преодолевались, и были муджадиды, реформаторы в каждом веке, которые каким-то образом выруливали корабль ислама от врагов внешних и внутренних. Это продолжалось какое-то время, и мусульмане продолжали оставаться самой большой силой на земле. И религия все еще обладала жизнью. Достаточно сильные лидеры были мусульманские. Но сегодня положение таково, что абсолютно другое. Это как мертвая умма, мертвый народ, безжизненные. И когда люди пытаются реформировать народ, мусульман, умму, они терпят поражение в наше время, в нашу эпоху. И их усилия бесполезны. И это еще усиливает нечестие на земле. Сам пророк Мухаммад предсказал про наше время, что в наше время будет великое распространение нечестия повсюду и вшире, вглубь. Ведущий Мухаммад Шариф говорит, что если бы нечестие было только в одном месте, оно бы не поразило бы жителей других мест. Но сейчас весь мир — это глобальная деревня, поэтому это нечестие распространилось повсюду. И также другая причина нечестия, распространения нечестия среди ума — это внешнее влияние, влияние других народов на мусульман, очень велико в наше время. Что говорит господин Тамим?
ума ослабло. Ведущий говорит, что, да, что... Но в то же время враги не смогут окончательно победить мусульман. Но пока что в наше время мы видим, что мусульмане в основном терпят поражение на всех фронтах. Почти на всех фронтах. Большинство мусульман терпят поражение. И Аллах предупреждал об этом времени, о трудном времени для мусульман, о времени упадка. Аллах говорит в суре «Ат-Таквир», когда солнце окутано и звезды окутаны, и когда солнце будет свернуто, и когда звезды померкнут, и когда горы будут сдвинуты, и когда беременны на 10-м месяце верблюдицы будут оставлены без присмотра, и когда звери дикие будут собраны, и когда моря будут рассечены, и когда люди будут объединены, и когда зарытое заживо будет спрошено, за какой грех была убита она, и когда книги будут распространены. Сура Ат-Таквир, аяты 2 по 11. Эти признаки, знамения касательно солнца, это в первую очередь касается духовного солнца, то есть пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и от звезд, то есть сподвижников пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, а также ученых, потому что сам пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям назвал их нуджум, звезды, что за которыми можно следовать, чтобы не заблудиться для навигации. И солнце ислама будет завернуто, то есть скрыто. И звезды будут померкнуть. И также предсказано, что беременны, а что верблюды больше не будут использоваться для транспорта. Это тоже знамение нашего времени. Еще одно знамение пророк Махасал указал, это пропаганда и распространение различных книг для пропаганды и рекламы. И эти знамения все есть. И, во-первых, сейчас новые виды транспорта распространились. И также очень много книг издается, распространяется по всему миру. Аллах в Коране говорит, что Аллах создал животных, верховых животных, для, чтобы вы использовали для транспорта. Но в нашу эпоху произошли важнейшие знамения, которые изменили наш образ жизни. Сегодня весь мир превратился в глобальную деревню, в единое пространство. В такое время, как Аллах говорит, что несмотря на эту ситуацию, Аллах не оставит мусульман наедине со своими проблемами. Мы видим, как святой пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорил, предсказывал об этих знамениях, в том числе, что верблюдов больше не будут использовать. Это как признак времени пришествия Мессии Махди. И Мессия, который должен был появиться, реформировать мусульман. Святой пророк Мухаммад сказал, что то есть уже не будут использовать верблюдов, и поэтому не будут их так же ценить, как раньше. Потому что они их не будут использовать для передвижения. Это хадис в Сахих Муслим. Господин Тамим говорит, что это указано также в Коране, в другой форме. Также об этом говорится в суре Аль-Джума, когда она была ниспослана. Святой пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям комментировал, это 62-я сура, начало суры. Аллах говорит в суре Аль-Джума, что Аллах ниспослал вам пророка, который очищает вас и учит вас книге, и он также пошлет его среди тех, которые еще не присоединились к вам, такого человека. И здесь указание на реформатора, который появится в последние дни. Это ясно, что эта сура говорит о втором, как бы, пришествии пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, метафорическом пришествии пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Сподвижники, услышав этот аят,
не сомневались о смысле этих аятов. Потому что аят ясно говорит о появлении пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, а также говорится о паузе, после которой будет второе пришествие, метафорическое пришествие пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Ведущий шариф говорит, что будет второе, да, появление, возрождение ислама, второе начало ислама. Господин Тами говорит, да. Когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям спросил, что когда вера исчезнет с лица земли в сторону плеяд, человек или люди из этих людей, он имел в виду персов, потому что он положил руку на сподвижника перса, Салмана аль-Фарси. То есть, что как бы это, сам пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям вновь придет. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям положил руку на плечо Салмана, сподвижника перса, и сказал, что когда появится в будущем человек, он будет из них, то есть как-то связан с Персией, и он возродит ислам. Есть хадис, в котором говорится о состоянии мусульман, что в это время ничего не останется от Корана, кроме его текста, и ничего не останется от ислама, кроме названия. Мечети будут переполнены, но они будут лишены наставления. И мы видим сегодня, что это исполнилось. Если мы увидим положение арабов сегодня и других мусульман, что сколько невежества опять распространилось среди них. И ничего не осталось от ислама, действительно, кроме его названия. И в Коране, в суре Аль-Джума, 62-й суре, говорится, что человек из Персии, с территории Персии, тогдашней Персии, будет реформировать, в будущем возродит ислам. Аллах назначит его. Появится в духе Мессии Иисуса. И в других хадисах также говорится о пришествии имама Махди. И также говорится, что на самом деле имам Махди и Мессия, так условно Иса, это одно и то же лицо. То есть условно Иса и Махди это одно лицо. И все они указывают на одного человека, который будет спасать уму. Господин Надим говорит, что я хочу прокомментировать. Когда была ниспослана сура Аль-Джума, сподвижники спросили, кто те люди, которые появятся потом, чтобы возродить ислам. И, конечно, вопрос возникает, когда люди слышат эти аяты. Много вопросов возникает, например, о, ты сам действительно опять придешь? О, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, обратились сподвижники через так много времени вновь. Ты опять появишься? Ты среди нас или среди другого народа? Другой вопрос. Почему тебе нужно опять прийти? Потому что священный Коран, совершенная книга, совершенный источник наставления. Что священный Коран, он останется физически, будет существовать, сохранится. В хадисах говорится, что знание исчезнет. И сподвижники спрашивают, как знание исчезнет, если останется Коран? А пророк Мухаммад ответил, посмотрите на иудаистов и христиан. У них тоже остались писания в каком-то виде, но знание исчезло, подлинное знание. Подлинное толкование. То есть, одним предложением пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ответил, что даже если вера, когда вера исчезнет, то есть улетит на плеяда, самое далекое созвездие, этот человек и эти люди вернут ее на землю. Это случится
Это произойдет только тогда, когда ислам фактически исчезнет из этого мира по-настоящему. Настоящий ислам исчезнет. И он появится, этот реформат появится из другого народа, который еще не является мусульманами на момент появления ислама. Следующий вопрос, который представляет ведущий, это вопрос, почему пророк Мухаммад ислам Что о пришествии пророка в наше время? Он сказал, что Мессия будет ниспослан. Вопрос, на самом деле, почему не был послан совершенно новый пророк? Аллах Всевышний всегда посылает имама, как он говорит, я пошлю наместника на землю, назначу наместника. То есть появится имам со статусом пророка, исполнительного пророка, который будет правильно наставлен, то есть имам Махди, как сказано в Коране. И мы даровали ему Исхака и Якуба, мы сделали их праведными лидерами, которые вели людей, наставляли людей по нашему приказу. И мы даровали им откровение и наставляли их совершать намаз и совершать молитвы. И мы даровали им наставление. Если мы посмотрим в определении в словаре, Бог наставлял этих людей и даровал им титул имам, то есть уровень имама, как именно буквально говорится в Коране. Что все эти пророки, они были имамы, и все они были наставлены. То есть каждый из них в этом смысле был имам Махди. И они были образцом для людей, для своих народов. И творили добрые дела, и наставляли других, и играли роль подлинного образца. Имам здесь означает не того, который каким-то образом сам достигает этого статуса своими усилиями. Нет. Имеется в виду, что сам Аллах назначает их. Как говорится, Аллах в Коране говорит, что Аллах испытал Ибрахима и сделал его лидером, имамом. И тот спросил, и моих потомков, а Аллах ответил, мой завет не включает нарушителей, отступников. То есть это только касается праведников. Как подлинный имам ведет за собой людей? Вот как печать пророков, пророк Мухаммад саслам вел за собой имам Ахмад, то есть мессия Махди Гулам Ахмад. То есть в этом смысле получается имам Махди и это и есть пророк по определению. То есть кого сам Бог назначает, наставляет и который ведет за собой других. Но он исполнительный, то есть он не приносит новую религию, новую книгу. Он слуга пророка Мухаммад саслам. Он только исполняет то, что приказал Аллах через пророка Мухаммад саслам. То есть он полностью подчинен пророку Мухаммаду саслам во всем. И он следует Корану как последнему шариату, последнему закону Божьему на земле. Переходя к следующему вопросу, давайте поговорим, как
религиозное руководство, имамат со времен пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, до имама Махди, алейхи салям. Сами говорит, что мы обсуждаем жизнь святого пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. У нас технические проблемы. У пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был исключительный статус, что никто не мог сравниться с ним никогда. Он печать пророков, последний законодательный пророк. И после него были праведные халифы. И этот халифат праведных халифов продолжал миссию пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, распространяя знания и наставляя уму во всех вопросах. И святой пророк саллаллаху алейхи ва саллям предсказал, что халифат будет продолжаться в уме какое-то время. В одном хадисе говорится, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что израильтян наставляли пророки, когда один умирал, другой пророк появлялся. Но после меня не будет пророка, будет халифы. И люди спросили, а если будет разный и конфликт? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил, что исполняйте свой обет, а Аллах сам рассудит. Всевышний Аллах, ясно здесь, что не дарует статус пророков имамам, как это было раньше в предыдущих религиях. Как Аллах в Коране говорит, что те, кто слушает Аллаха и его посланников, будут среди тех пророков, правдивых, мучеников и праведников. И мы видим, как ученые, имамы, умы, которые пришли после пророка Мухаммада, они не были пророки. И халифы не были пророками, но Аллах фактически даровал им такое же духовное богатство, как и израильским пророкам. То есть это большая честь для уммы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, для мусульманской уммы, потому что Всевышний Аллах сам наставляет умму наилучшим образом. И именно благословение следованием за пророком саллаллаху алейхи ва саллям дарует такой статус. После святого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, свет ислама распространялся посредством праведных халифов, преемников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И каждый верующий в тот период какое-то время было очевидно, за кем следовать, и они давали обет ему. Но если наступит время, когда они не могут найти такого человека, тогда им это прощается. Зачем наступило время, когда Всевышний Аллах через много времени назначил Мессию Махди, мир ему, и он тот человек, о котором предсказано в суре Аль-Джума, «Ахарина минхум ламма ялхаку бихим», что среди тех из них, других из них, которые еще не присоединились к ним, то показывает, что этот свет, который был скрыт и незаметен долгое время, он опять появится.
и приказано, что вы должны следовать за ним, даже если вам придется переползать через снежные горы на своих коленках. Халяфа аля минхаджи набу, то есть это халяфат на основе пророчества, которое появится ближе к судному дню, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям предсказал в хадисах, что халяфата будет несколько видов и стадий, и халяфат аля минхаджи набу опять будет. Ведущий Мухаммад Шари представляет гостя программы Мутаз Аль-Казак из Канады. Он говорит: ассаламу алейкум, Всевышний Аллах благословит всех вас. Спасибо за эту программу в новом формате. Он говорит, что это одна из самых важных тем, которую нужно обсуждать в сегодняшнем мире. Мы видим так много проблем, столько хаоса в мире. Возможно ли, что в этом положении Аллах хочет видеть свою умму, умму своей религии? В этом судьба или умму? Нет, конечно. Всевышний Аллах не спасал имама для реформирования, возрождения своей уммы. Он говорит, что мы свидетели, как эти войны и конфликты произошли в наше время. Проблема: у мусульман не было лидера. Они, каждый следует своим мнением, суждением. Некоторые из них правильно, некоторые из них неправильно. Но община верующих всегда следует того лидера, который, за тем лидером, которого назначил сам Аллах. Когда началась так называемая арабская весна, халиф ахмадийской общины обратился ко всем ахмадийцам и всем мусульманам: не участвуйте в этих протестах, не участвуйте в этой смуте, не идите против закона и порядка в своей стране, в своих странах. Не проливайте кровь друг друга и других мусульман. Это мы знаем, потому что этого халифа назначил сам Аллах. Как нам мы смогли правильно вести? Потому что у нас есть наставление, которого нет у других. Кто может решить все эти проблемы? Кто может здесь выступать в роли судьи, кроме того, кого сам Аллах назначает, не наставляя, который представляет пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Еще один звонок из Турции. Ассаляму алейкум. Ведущий Мухаммад Шариф принимает звонки. Сестра из Хайфы. Он говорит: ассаламу алейкум, дорогие братья. Всевышний Аллах да благословит вас и дарует вам всем здоровья. Впервые я звоню. Я немножко волнуюсь. А ведущий говорит: можете немножко водички выпить? Она говорит: альхамдулиллях, все хорошо. По милости Аллаха, нам повезло, что по милости Аллаха у нас есть все это. Когда эта программа впервые началась, Мустафа Сабит участвовал, и вот еще наш брат пакистанец. И действительно, эта программа всегда меня вдохновляла и укрепляла меня, поднимала настроение, и моя духовность росла благодаря таким передачам всегда. Я благодаря этому смогла признать имама Махди и вступила в мусульманскую общину. После этого у меня было много противодействия с окружающих. От окружающих Аллах дарует силы. И когда вот это была так называемая арабская революция в Сирии, я услышала вы
разные важные темы поднимали, которые очень нужны, важны, но что действительно Аллах наставляет во всем, во всех. И как, несмотря на трудности, Аллах даровал мне терпение. Мессия Махди, мир ему. Я слышала поэмы, написанные им, его писания. Я узнала, что он написал. Я жила в Идлибе, в Сирии. Мне хотелось посетить Хадиан, где жил Мессия Махди, мир ему. Я действительно почувствовал, очень, мне показалось, что действительно, вот когда вот в ходе всего этого, я как будто сама там побывала. Я почувствовал духовное возвышение после вступления в общину. Джазак Маласал Джаза. Следующий вопрос. В чем важность пророчества? Почему ума должна была пройти через испытания и упадка до возрождения? Он говорит, что и прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хочу сказать что-то важное. Когда началось то, что назвали арабской весной, когда это началось, люди в то время радовались, были довольны, что вот, якобы реформа умы началась. И даже некоторые шейхи и клерикалы радостно заявляли, что время пришло для возрождения халифата. Они это думали о своем виде халифата, но настоящий халифат установит Аллах. Они это следовали своим желаниям. И вопрос стоял насчет мусульманской коммунистической общины. И имам нашей общины предупредил арабов, что и к чему это приведет. Некоторые люди стали активно участвовать. Некоторые арабы стали участвовать, многие думали, что это решит проблему. Но халиф нашей общины сказал, нет, это наоборот, это приведет к еще большим проблемам. Вы должны обратиться к Аллаху, и вы должны реформировать себя. Именно халиф даровал правильное наставление. То есть его голос шел против голосов большинства. Он понимал то, что другие тогда не могли предвидеть, и что испылось сегодня. Люди тогда болели, это арабской весной так называемой. И когда мы говорили людям, не участвуйте, это ничего хорошего нет, это против ваших интересов, тогда люди удивлялись, они впадали в шок. Как так можно говорить, что арабская весна приведет к разрушениям? Но что произошло? Сегодня люди говорят, что лучше бы не было этих событий, потому что это оказалось не весной, а осенью, потому что страдают они невообразимо сильно после вот этой так называемой революции. И именно Ахмадийская община предупредила, предостерегала, не участвуйте. Мы сами были свидетелями, как клерикалы некоторые, муллы, провоцировали их, подстрекали. А халиф, наоборот, указывал в противоположную сторону, в сторону мира и согласия. И сегодня мы видим, кто прав. Потому что те разрушения и гибель, которые принесла так называемая арабская весна, раскрыла глаза. И имам Ахмадийской общины правильно предсказал. Он сказал, что вы молитесь Аллаху, а не восставайте против лидеров. Господин Айман из Кабабира говорит, что, как уже сказали уста Надим и другие участники, почему то есть это никакой философ и светский ученый не решит проблему мусульман, но это только имам от Аллаха может правильно наставить. Бывает из-за
некоторых так называемых руководителей, которые не от Аллаха. И вначале кажется, что он говорит правильно, якобы наставляет правильно такое. Но в результате они потом видят, что это все было неправильно, и они сожалеют, что нужно вернуться и проанализировать. Это то, что мы сегодня видим. Вот эти религиозно-политические движения всякие, к чему они ведут и каков результат. Аллах сам знает заранее, что когда, к чему может привести. И иногда люди могут принимать решения и наставлять не в соответствии с исламом, но в соответствии с собственными желаниями. Но именно результаты и последствия рассуживают лучше всего, учитываются ли интересы людей или нет. И это мы видим в истории мусульманской ахмадийской общины повсюду. За 130 лет, которые прошли, каждый день мы видим благословения, которые нисходят на нас за то, что мы следуем за правильным имамом, который нас назначил сам. Доктор Усама, хотите добавить? Он отвечает. Правда состоит в том, что то, что вы сейчас упомянули, что сказал господин Тамим, если мы оглянемся назад на то, что мусульманская ахмадийская община говорила уме в такие исторические моменты, и в том числе в качестве арабской весны, он сказал. Кстати, я тогда еще не был мусульманин Ахмади, но когда я услышал, я почувствовал большой приток религиозной энергии, энтузиазма. Мы были запутаны, мы запутались, мы и идеологически, и политически много было споров, разных мыслей. И это так и было. Когда я когда-то в системе халафата, в общении Мессии Махди, вы знаете, куда вы идете, и когда вам нужно наставление, вы просто спрашиваете халифа и следователь. И пророк Мухаммад сказал, что имам – это ваш щит, и вы можете достигать всего, находясь за этим щитом. И во времена арабской весны мы также, тогда, когда я не был Ахмади, мы тоже думали, что вот сейчас будет демократия, мы достигнем свободы. Мы тогда были молодыми. И много было лозунгов бороться, воевать. И мы тогда слушали разных клериков, якобы ученых. Мы думали, что они знают лучше нас и больше нас, и нужно воевать с правителями, рассказывает господин Усама, которого тогда не было Ахмади. И люди воображали, что они правы. Но когда им говорили, что идти против властей – это неправильно, они, некоторые терялись. Но когда имам ахмадийской общины сказал, что нельзя без наставление имама от Аллаха, это остудило. Вот касательно хадиса, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи положил руку на Салмана Фарси, и вот здесь вопрос, почему важно было для мусульман пройти через испытания, трудности, чтобы опять возродиться? И как Святой Пророк Ислам говорит, что первое, что для возрождения первоначального ислама, возможно, это только через именно имама от Аллаха. Какова здесь мудрость? В чем здесь мудрость? Аллах говорит, что невозможно людям реформировать самих себя самим без помощи имама от Аллаха.
и сам Аллах наставляет, кто является правильным имамом. И мы сегодня видим, в каком положении большинство находится. Мусульмане в таком упадке. И это все из-за того, что мусульмане перестали следовать божественному руководству, божественному наставлению, заповедям. Они стали спорить много друг с другом и конфликтовать, воевать. И они следуют только за своими мнениями. Но Всевышний Аллах говорит очень ясно, что нет пути реформирования, кроме как слушать Аллаха. Поэтому необходимо следовать заповедям Аллаха. Когда люди сами отдаляются от Аллаха, и чем больше отдаляются, тем в больший упадок они приходят, впадают в разложение. И тогда Аллах назначит руководителя от себя, имама. И если вы не последуете за таким руководителем, вы окажетесь в убытке и в упадке. И здесь вопрос не в личных мнениях. Например, муджтахид, когда он производит иджтихад, независимые суждения, он основывает свои решения и анализ на основании своих собственных идей. Но у него нет знания невидимого. Он судит только потому, что он видит. То есть люди анализируют явные факты и делают выводы. Но когда они совершают ошибку, они пытаются вернуться и найти другой путь. И поэтому вот такие философы, так называемые ученые, они привели к гибели большого количества молодежи и народа. И вот эти так называемые политические исламисты, они действительно из-за них произошла гибель большого количества потомства. Господин Тами говорит, но только одна община смогла поступить правильно, которую основал Мессия Махди, мир ему, Мирза Гулам Ахмад. И только эта община смогла распространить настоящий ислам на весь мир. И община именно служит ради распространения подлинного ислама на весь, абсолютно на весь мир. Как Аллах учит пророку саслам, скажи им, что если вы любите Аллаха, следуйте за мной, Аллах возлюбит вас. Кто следует за пророком саслам и принимает его качество, это только Мессия Махди мир ему так смог поступить в нашу эпоху, и все другие двери закрыты. Наша жизнь не в том, чтобы потакать своим слабостям и желаниям, капризам. Уже слишком много страдаем из-за неправильного такого поведения. Нужно задуматься, в чем цель нашей жизни. Аллах создал нас, поэтому надо у Него спрашивать, в чем смысл нашей жизни. И нужно воплощать Его цели, Его качество в своей жизни. Если вы хотите найти Аллаха, когда арабы следовали за пророком, Аллах возродил их духовно,
и они стали одним из сильнейших народов на земле в плане знания, единства. И они процветали в золотой век ислама, что Харун ар-Рашид говорил: «Куда вы не пойдете, мы сможем достичь мирского успеха везде». Поэтому появление ислама. Поэтому сегодняшнее состояние ислама требует имама от Аллаха. У нас еще один звонок из Египта. Ассаламу алейкум. Из Египта звонок. Пожалуйста, продолжайте. Продолжайте. Некоторые технические проблемы. Связь не очень. Когда связь остановится, мы сможем поговорить. Следующий вопрос. Некоторые люди говорят: не нужен никакой имам, Корана достаточно. Мы слышим много таких мнений. У нас есть книга Аллаха, есть сунна. Это достаточно. Как ответить на такой вопрос? Господин Надим говорит. Возможно, вот если не араб, когда Хазрат Айшу спросили о святом пророке ислам, она ответила: его жизнь это Коран, его поведение это Коран. То есть живой Коран был среди нас в лице святого пророка Мухаммада ислам. Поэтому имам необходим, который и читает эти, распространяет эти учения на своем собственном примере. И невозможно наставить умму. Без божественно наставленного имама невозможно наставить умму. Ведь о чем предупредил информировал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, что его ума впадет в упадок и невежество, и сказано в хадисе, переданном Абу Дардой. К сожалению, английский переводчик не необходимо, чтобы появился имам, который будет передавать руководство от Аллаха. И модель перед людьми, то есть он образец перед людьми в лице народа, и он обучает их правильному толкованию Корана, и он наставляет. И наставляют их на правильном пути. И посредством этого они будут приближаться к Богу. Да, конечно, книга есть. Джазакумулла. Как индивидуумы, нам
нам нужен проводник, наставник, как вести себя в определенных ситуациях, особенно в трудных ситуациях. Нам нужен кто-то, в котором мы увидим качество Аллаха, будь то мирное время или военное. И мы должны в каждой ситуации, в минуты счастья или горя, как правильно себя вести, как Аллах наставил в Коране, что сказал пророк Саслам, что если вы любите Аллаха, последуйте за мной. То есть именно посредством вождя, посредством имама люди могут правильно идти правильным путем. И доктор Фикри из Египта и ему предложили позвонить завтра, уже программа заканчивается. Если доктор Усама хочет сказать, прежде чем мы завершим сегодняшнюю сессию, Усама Абдул-Азим говорит, что правда состоит в том, что Всевышний Аллах назначает имама в качестве образца для верующих, чтобы они следовали за ним, следовали его примеру и наблюдали, как человек преодолевает все низменные желания и следует воле Аллаха, вырабатывает высшие качества. Это невозможно достичь просто чтением книги. Необходим живой пример перед глазами, который правильно толкует книгу, потому что толкований всегда много разных. Поэтому сегодня мы видим из-за этого много проблем, что много противоречий, много разных мнений между так называемыми учеными, так называемыми улемами. Поэтому невозможно, чтобы мучтахид или какой-то независимый мыслитель мог бы объединить сердца верующих. Господин Тамим говорит, чтобы подвести черту, нам нужен только пример. Но нам нужно божественное руководство. Не просто образец, божественное руководство через человека. Если человека наставляет Аллах, но если нет ни имам, никакой пользы нет. Например, все сподвижники обладали очень высоким уровнем отношений с Аллахом, но все равно они самим требовался имам. И именно в лице пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, у них был такой имам. Как сам Аллах в Коране сказал, что если вы будете следовать за ним, тогда Аллах возлюбит вас. Поэтому вот это наставление, живое наставление живого наставника, оно необходимо, чтобы разобраться во многочисленных проблемах и в повседневной жизни, и в более глобальных вопросах. Именно для этого Аллах ниспослал имама в наше время. Большое спасибо всем нашим братьям и сестрам, всем нашим зрителям. Спасибо всем участникам дискуссии. И время является свидетелем правоты слов Мессии Махди мир ему. Что время, само время взывает к такому реформатору. Присоединяйтесь завтра к продолжению этой дискуссии. На эти очень важные темы. Завтра 6:30 по Лондону, по Гринвичу. Давайте продолжим эту дискуссию. И, конечно, пригласите всех друзей, родных, коллег к просмотру этой передачи и присоединиться к нам в этой дискуссии. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир ва саллаллаху алейхи ва саллям. محبة في الحوار واحترام للرأي الآخر